два, три! Побежали! На старте активисты общественной организации «Ветераны Чернобыля», волонтеры, спортсмены, неравнодушные жители. В центре города прошел второй мемориальный забег памяти подвига героев-чернобыльцев. Этот день будет запомнен всеми людьми нашего городского округа и будут знать, что мы есть такая организация и что мы тесно сотрудничаем с молодежью, с спортивным сообществом. 26 апреля – одна из крупнейших техногенных катастроф. Но ключевое здесь не в этом, а в том, что произошло сразу после. А сразу после произошел массовый подвиг, который повторить не может никто. В ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции участвовали сотни человек, в том числе и жители Одинцовского округа. Среди них было много ученых, медиков, военных и рабочих. В Одинцово проживает большое количество жителей, наших граждан, кто принимал самое непосредственное участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. И это целое поколение тружеников. 1986 метров – символическая цифра для каждого участника забега. Все справились с дистанцией и гордо пробежали вокруг знаменитой баранки. Наша дистанция 1986 метров по дате, поэтому я считаю, что это важно. Важно помнить, важно поддерживать. Тем более мы поддерживаем это, вставая и бежим. Это мы поддерживаем и свое здоровье тоже. Здесь совсем не важна была победа, можно было пройти и пешком. Все, кто пришел к финишу, получил памятные медали. Организаторы уверены, что в следующем году участников будет еще больше. Екатерина Крамер, Денис Харламов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».